когда человеку дают деньги на бизнес, это означает выбросить этих денег. Потому что если человек занимается бизнесом, ему не нужно давать деньги, он их заработает. А когда дают деньги на бизнес, это означает, что этот бизнес обязательно прогорит. Да? Это 100%. Потому что когда человеку дают деньги на бизнес, это означает, что у него бизнеса нет в сознании. Потому что если у человека есть сознание бизнеса, ему деньги не нужны. Вообще для бизнеса деньги не нужны. И когда дают деньги для бизнеса, это значит, дают человеку, который не понимает, что такое бизнес. И это точно выброшенные деньги. Для бизнеса деньги не нужны. Для бизнеса нужно иметь сознание соответствующее. Да. Вы сейчас вот такую истину сказали, великую просто. Это у меня сейчас в голове все взрывается. Огромное спасибо, низкий поклон. Это вообще, это просто невероятно. Вот просто вот небольшими фразами.